Где у нас шли ремонтные работы? Значит, ремонтные работы в 9 километрах отсюда, перед аркой. Значит, эта сторона все нормально. Там мы 4 кабета разменили. Хорошая производственная база. Сколько человек работало? 500 человек работало в круглосуточном режиме. Значит, 3 плавкрана, 4 баржи и порядка 21 единицы техники. А шторма не мешает? Сильно мешает. Вот из 55 дней 22 дня что? То есть, исходя из этого, были применены новые уникальные технологии, чтобы все-таки даже в тот момент, когда шторм не давал работать с воды, мы все равно работали с земли. Пришлось подключить водолазов. Вот ту разрушенную часть моста мы даже водолазной резкой резали внизу, чтобы быстрее его разобрать, чтобы освободить опору моста, на которой нужно было поставить новые вот эти промокные строения. У нас правая часть, да? Это правая часть. Левая, я так понимаю, она в рабочем состоянии, но тем не менее нужно там, она немножко все-таки пострадала. Надо довести ее до идеального состояния. Да, Владимирович, она в ограниченном работоспособном состоянии, мы ее с первых же дней привели в порядок, укрепили, запустили по ней движение, но для будущего, для правильности, вы, конечно, если вы поручите, мы бы ее тоже привели уже в нормальное соответствие, чтобы она была такая же, как и ее.